Чем дальше в лес, тем больше интересностей. Это про восточную Англию в Assassin's Creed Valhalla. Всем привет, с вами Мавик, и мы продолжаем играть, добывать наши сокровища. Так, на карту. Смотрите, ребята, если вы не смотрели прошлые видосики, видите, здесь хоть восточная Англия, она темная, область вроде бы неизведанная, но мы приобрели... Что мы приобрели? Мы приобрели у картографа знание, да, это познание. Отметил он нам на карте, где находятся слитки, золото, где что находится. Каждая точка вот таких вот значков разных, с разными золотом, там неважно чем, знаниями, там оружие. Стоит там 30 серебреников или сколько-то. Я накопил, там у меня там 1500 было серебра, я накупил себе всю Восточную Англию, вот выкупил карту. Ну, соответственно, и ищу. А здесь у нас побочное задание, кстати, есть. В этой пещере Берсика. И сейчас мы, куда мы переместимся. Здесь я, правда, отключил, но в предыдущем видео, если не видели, увидите там про медведя и такого здоровяка. Мы потом, думаю, будем выполнять. Так, сейчас, я не знаю, может двинуться сюда сначала за книгой, а потом сюда. Чтобы не возвращаться лишний раз. Я думаю, так будет правильно. И здесь у нас что? Стивен Месснер. Он здесь был и сделал фотографию. Очень крутую, и она всем, наверное, понравилась. Лайков. 5384 лайка за такую фотографию. Так. Коняка. Верная коняка. Ой, стой, еще не собрал здесь. Этого здоровяка, что мы получили? Сломанный лук. В общем, у меня чит вот этот, он реально спасает. У него защита прикольная. Он отражает атаки клево. Я вообще им просто очень рад. Пока им ничего нового и лучше нет. А, кстати, его можно прокачать? Предметы. Так, нет, пока мы его прокачать не можем. Как жаль. Гнев Сканди, кстати, его надо бы тоже прокачать. Он очень быстро наносит уроны. Вернее, как быстро. Он быстро стреляет, скорострел. Это или разрушенный замок, или он охраняемый. Видите, как раньше заборы ставили? Вот просто камни накидывали. Ну, тоже выход. Пока не придумали цемент. Хотя, может, они и знали в средневековье здесь, как цементировать. Но это ж надо было использовать там глину. Можно было, надо было яйца, пепел, что-то там. Какой-то состав такой очень интересный был. И не каждый мог себе такое позволить. Вот такую кладку делали, видите, более дорогую. Это только для крепостей. Это мог себе король позволить. Ого, король позволить. Так. Пешиться надо. Угу, я понял. Короче, с этим луком мы не можем прицелиться. Этот у нас, видите, может прицельный огонь вести. Так. Кто-то здесь еще был. Вот, красненькая. Что это такое красненькое? Не знаю, но стрелы не буду там тратить. Каждый раз после попадания в голову облако такое ядовитое. Привлекать внимание. Так, появляется. Но это когда стреляем именно этим луком.
Я не знаю, кто там за углом, поэтому давайте так я лучше буду. Потом, если что, пособираю. Ой, нежданчик, я куда-то упал. Куда я сейчас книгу здесь возьму? Здесь ключ нужен. Я прям чувствую, что здесь просто так двери не откроются. Открылись. Это была тряпка двери. Тряпка двери. Да неужели? Такое бывает? Это была не... А, блин, я думал, это книга была. Так, сдвинуть. Я думал, я проникнул сквозь нее. Или как можно было проникнуть? Так, по-любому надо чувака, у которого ключ, и этот ключ будет от какой-то двери, а это очень тайный. Вот так тряпка висит, и как будто и не тряпка. Ой, как прикольно поработало. О, проработано. Офигеть. Я просто, ребята, я тащусь с этой игры. Она реально крутая. Вот не пожалейте денег приобрести эту игрушку. Я серьезно. Вот не реклама, а... Ну да, это приятная реклама, можно сказать. Так, стой. Здесь никого нет. Двигайся. Писец у вас тут много. Кто-нибудь! Эй, постой! Ты заплатишь! Я не привык платить. Я не привык платить. Так, добыча. Смотрим. Сзади никого нет. А чё так? Нет, давайте проникающий выстрел. Я им, кстати, никогда еще не стрелял. Вот так вот. Нормалек.
Такой выстрел. Отлично. В принципе, у нее там... Так, вот это вот. Нет. С правой стороны! Давай его парируем, этого монаха, давай. Апача! Апача! Здесь другой, может быть, лук сменим. Игломет можно усовершенствовать. Так, и щит можно усовершенствовать. Блокирование 3. Давай улучшим игломет. И щит можно. Нормасик, нормасик. Отличненько. Оглушение 106, атака 93. Нормально, подняли мы. Так. Делай как я. Умри! Заходи сзади. Ты с ним мразь. Скорее. Что там, только тёлки дерутся? Так, где там чувак, который упал на низ? Так, вижу, перестрелка. Давайте-ка еще раз сменим лук. У нас там есть вот этот, выберем. Он, конечно, не приближает. Так, где он? Близко не приближает, но он зато быстро стреляет. Где-то еще этот монах здесь бегает, его надо по-любому мочкануть. Господи Боже, помогите! А, спасибо тебе. Помогите, на помощь! Sweet thing!
Шрихтензмихтен, жизойчинкин холлен. 15 метров. Это или вниз, или вверх. Так, это вниз. Помощь! Кто-нибудь! Прошу! Где ты здесь? Help, Warlock! Help, Warlock! Беги, братва, беги! Так, а тот монах, которого мы скинули, где он находится вообще? Нам еще куда-то ниже попасть. По-любому сейчас где-то выбежит, выскочит скотина. Или вот это он упал и разбился. А, смотрите, слиток никеля. Все, мы усовершенствуем. Мы его столкнули, он упал и разбился. Все нормально, ребята. Нормалес. Вот прикольно продумано, да? Упал и разбился. Как нам теперь пробраться и куда? Так, а как нам проход найти? Хрен его знает. Ну-ка, орел. Орел. Сёнин, веди. Вот с этой стороны, может. Капец, здесь как замок запутано. Ну, прикольно. А здесь же прорубить нельзя. Очень прикольно здесь так все сделано. Клево, вообще локация офигенная, ребята. А здесь мы не пробежим. Так, мы можем пройти только... Да, нам надо наверх. А здесь мы были? Нет. Попробую еще здесь разобраться. Куда надо идти? Где вход, мазафака? Так, я хочу залезть сюда. Че, нельзя так просто? Так. А если с лука сюда стрельнуть? Нет.
может быть. Так, давайте подберем. Вот сюда вот поставим и стрельнем. Эй-эй-эй. Да не бросить. Так, а положить. Положить это Y. Вот здесь. Нет, подобрать не здесь. Положить где-то посередине. Вот здесь. Так, пробуем теперь стрельнуть. Да, ребята, вот и проходит. Только мы сейчас еще здесь возьмем добычу. Люблю я эту игрушку. Блин, ну, прикольно. Прикольно здесь просто все узнаешь. Мучайся, так сказать. Так, ну, я хочу сюда спрыгнуть. Что, нельзя? Сейчас настрою вот так вот. Нельзя, может быть, туда надо спрыгнуть как-то по-другому. Сейчас попробуем сверху, например. А нет, по-другому нельзя. Рассыпающийся свиток. Ты думаешь, это клетка? Нет, нет, нет. Это проход в другой истинный мир, где все растет и меняется, не повинуясь воле Божьей. Там звучит язык, который я не могу понять, но слышу постоянно. О, сколько же я слышу! Волосатые лапки шуршат, а мухи бьются о шелк, в шелковых путах. Прислушайтесь, ты слышишь, да? Злые слова пауков с длинными лапками. Паутины, которые шепчут мне на уши. Так, что здесь у нас есть? Рядом. Добыча. Серебро. Нужно отодвинуть. Сейчас только мы еще... Курицы. Как сюда курицы попали? Вот как сюда могут попасть курицы? Что это? Они еще на меня нападают или это крысы? Добыча. Что за добыча? А ну... Внутренности зверя, кости, какие-то крысы. Я даже не увидел, кто на меня напал. На себя потянуть, а потом вправо давай. А, ключик у нас есть. Ух, взять книгу знаний. Рывок с броском. Нормалёсик. Очки опыта дадут еще. Дали. Сейчас, ребята, еще заберем кое-что и посмотрим. Что это за рывок с броском? Все, теперь смотрим. Рывок с броском. Способности. Лево, справа. Вот этот, что ли? Рывок с броском, уровень 2. Так, удерживайте РТ, чтобы рывок был непрерывным. Во время рывка коснитесь любого врага, чтобы схватить и поднять его. Но у нас он уже есть. Сейчас, где-то он у нас есть. А, вот сюда и добавили. Все, это уже просто вторая у нас улучшенная способность. Мы ее даже ни разу не испытывали. Хотя, давайте мы ее, знаете как... А, есть, она у нас на Б-шке. Она у нас на Б-шке есть. Оп, еще раз. Выбрать. Назначить. Все. Теперь выйти. Мы ее просто еще ни разу не испытывали. Этот рывок с броском надо будет испытать. Кстати, и слева еще стрелы там не испытывали. Сейчас, что там у нас стоит? По навыкам сейчас, ну-ка. Это у нас что такое? Ясность Норн, уровень 1. Воспользуйтесь силой Норн, чтобы прицеливаться и стрелять во врагов с нечеловеческой скоростью. Ну такой себе, не знаю. А можно водичку
прыгнуть. Посмотрим по карте. Охранялки нет. В воду обратно прыгать неохота. Надо поскакать. И где-то... Кстати, вот здесь вот мост есть. Видите? Как раз к мостику и назначим... Вот это вот. А потом рядом и слитки возьмем. Все, теперь надо выйти отсюда. Тем же путем, каким мы и зашли. Крепость клевая. Порт Буаяр. Не смотрели такое? Во Франции есть. Все, вы свободны. Даже не то, что свободны. Этот замок принадлежит теперь вам. Вам, дорогие мои. Главное прыгнуть туда, куда надо. А то нечаянно промахнешься и прямо в воду. А потом грести хрен знает сколько. Видите, маленький урон, когда прыгнул. Это я уже просто прокачан. А мне мой конь. На ходу. Прыжочек. Ой, стой. Я немного еще... надо подсобирать. Чтобы до двоечки было у меня здоровье. Максимум провизии. Ну, теперь погнали. Даже неохота отвлекаться. Кому там конец, кому не конец. Кого, у кого там конец, у кого не конец. На краю обрыва. У-у-у, ребята. Смотрите, вдоль дороги идешь, и сразу кусты растят. Растут, которым можно подкрепиться. Так, опять новый замок. Эй, типа, оглянусь я или нет? Эй, остановился, значит бегу за мной. Нет, так нет. Ну, на нет и сюда нет. Все, спешиваемся по любе. Капюшончик. И орла запускаем нашего. Так, покажи. Ключ. Давайте со стороны обойдем. Надо лучника сверху снять, часового. Чтобы он кипиш не поднял. Сюда будет что-то видно. Даже смотрите, где они. Так, давайте подальше отойдем. Здесь растут на кладбище ягодки, которые нам еще можно собрать. Так, ну что же. Приступим. Это не тот лук. Нам надо лук прицельный. А прицельный это у нас игломет. Мы все вооружение берем по этому. По медведю. Тогда урона больше наносим. Так, давайте сюда достанем. Чикс. Че, не? А что, так не получается с первого раза? Уже так не работает? Можно было сделать, чтобы взрыв произошел, но я не хочу. Увидят, сразу нападут. Да я понял. Так, сколько вас там? Здесь. Покажи мне все. Трое здесь. Так, надо их, чтобы их поменьше было. Извините. Через стену не хочется стрелять.
Че невидимым не становлюсь? Ладно, короче, давайте сейчас попробуем-ка так вот стрельнуть. Несли. Нормалек. А, предметы. Сразу же давайте другой лук. Там у нас стрелы закончились. Сразу гнев Сканди, медвежонка нашего. Да ладно. Не сбежишь. Все, можно, в принципе, наверное, я думаю, в бой идти. Не думаю, что у вас здесь сильно много осталось. Два там, а нет, много, ребята. Вот здесь я уже ошибся. Так, значит, выбираем хищника. Опять. Босса. Но это мы чуть-чуть нанесем ему урон. Одним ударом двоих приколюшка. Это круто было. Реально одной стрелой мы двоих завалили. Так, он нас не спалил. Спалил. Нормалюшка. Так, теперь мы викингов этих не боимся. Или вернее, данов. Добычи много. Если дружина поможет, дотащим до корабля. А, давайте начать. Так, еще раз. Начать набег. Кто-то появится рядом. А ну-ка. Вперед! Кладбище саксов обычно рядом с церквями. О! Эй, сюда! Нормально. Я думал, надо обязательно... Слушайте, наверх давай. Залезем наверх. Сразись со мной! Сделай хоть что-то достойное! Умри, крыса! Отвлекаем тупицу!
Давай, атакуй, атакуй. Все, мы его почти победили. Отлично. Что мы за это убийство получили? Ничего. Маска магистра. А что она значит? Прочитать. Так, давай мы это потом прочитаем. Не ожидал? Это было, конечно, нежданно. Так, вот этот мы прочитаем. Погребальная песня для короля-мученика. Здесь покоится король Эдмунд, отец Восточной Англии, славный и набожный человек. Пусть он спит спокойно среди других детей Божьих до самого судного дня. Когда прах его смешается с землей, душа вернется в рай, да помилует его Господь. Так, ну хорошо, а что это вообще за маска и что она значит? Взять ключ. Погребальная маска. Предметы. Вот так, маска клана Ворона, маска... О, а что она дает? Броню усиливает. Ну-ка. И шлем у нас, кстати, есть. Так. Даже не знаю, что взять лучше. Уклон 15, уклон 14, уклон 11. Это у нас шлам. Шлам. Шлем, вес 13 здесь. Мощь 20 здесь. Уклон 14, здесь 15. Здесь броня 22, здесь 21. Наверное, вот это вот одену. Здесь у нас руна урон в дальнем бою плюс 1. Давайте сюда еще руну добавим. Или руна уклонения. Давайте добавим. Малая руна уклонения. Так будет. Так, набег мы... Ну, прикольно, что можно нажимать, и сразу набег происходит. Как я уже и говорил, мне что-то казалось, что надо было на дракаре сюда обязательно плыть. Это мне уже нравится. Чем дальше в лес, тем больше дров. И больше интересности. Так, сейчас, где у нас здесь вот это вот назначим? Маячок. Так, стой. А что-то я не туда, что ли, нажал? Давайте уберем маячок. Просто не туда нажал. 37 метров. Погнали, братва. И здесь кладбище есть. В этом кладбище рядом можно собрать то, что нам надо. Ягоды для дополнительного задания. Свиток никеля. Слушайте, мы уже еще один свиток никеля получили. У нас уже два слитка никеля. Мы прокачаться-то сможем? Нормально так или нет? Книга. Это 400 метров. На кладбище погнали. На кладбище мы можем собрать ягоду. Какую-то. Давайте ворона запустим. Лети, Сюнин. А если мы назначим задание другое, может, нам ягоду покажут? Допустим, задание. Там, сейчас. Ритуал берсерка. Вот так теперь нам покажут, допустим, где ягода находится. Найн. Это вот же кладбище.
Давайте еще раз почитаем. Задание. Соберите бешеную ягоду в Восточной Англии. Ее обычно можно найти на кладбищах в Восточной Англии. Рядом с церквями обычно есть кладбище. А тут церкви нет. Нам надо, чтобы кладбище было именно при церкви, а это не церковь. Значит, задание обратно на основное меняем. Ну и все. Сейчас пойдем дальше. Мы здесь по максимуму. Так, на карте назначаем. Куда мы дальше идем-то? Здесь мы уже все собрали. Вот и еще сюда. Погнали. Коняка, подбеги ближе. И я к тебе, а ты ко мне. Адреналинчика, конечно, мне не хватает. Я имею в виду вот эту... Сберг. Адреналинчика, который в игре. Полосками имеется в виду. В игре адреналин как такой есть таковой. Но вот именно игровые полосочки, эти желтые. Вот этого мне не хватает. Надо будет прокачать. Они где-то там в способностях есть. Там до двух полосок, да, прокачиваются. Но может даже и больше есть. Мы пока по пути медведя идем. Так, еще чуть-чуть. Давайте спешимся, что-то мне здесь уже подозрительно становится. Кстати, да, она так медленно бежит. Чем больше вооружения, тем медленнее она бегает. Это где-то под землей? Так, ну ладно. Что ты видишь, Сюнин? Вот в пещеру вижу. Ну то с книгой, наверное. Ну давайте, побежали. Где-где-где? Вход в пещеру. А чё он пропал? Я не понял. Разведай местность, Сюнин. То есть бежать просто тупо на книгу. Может, пещеры не видно за книгой, она скрывает значок пещеры. Да, это значок просто скрывает. А ну-ка, чё? Нет здесь опять помешанных каких-то католиков или православных. Католики, это же католики такое строили. Это не замок. Это... Слушайте, это не церковь. Здесь жили римляне. Вот когда вот такие вещи здесь существуют, значит, нас могут кто-то подстерегать. Язычники. Хотя и нас тоже язычниками считают. Где тут вход в пещеру? Прям прошлась по телу. Сигнализация. Сейчас группа захвата приедет. Сигналка сработала, мазафака.
прочитать. Выцвевшее письмо Элдмарден Ларион. Слава ждет, союз, который мы заключили, скреплен нашей особой любовью к древним и унаследованным от них силой. Не сомневайтесь, трон Мерсии будет твоим, скоро твой род, род вуфингов вновь обретет мощь, какой не обладали уже многое поколение, за то, что грядет, благодари древних. Призови духов, которые наделят нас силой, собери фирд и жди сигнала. И еще передай мои наилучшие пожелания своей любимой дочери Кардалии, Элла, король Нортмунди. Все сражаются, ну это всегда, в принципе, за власть сражаются. Что за президентскую, что за королевскую, это всегда было. И всегда будет. Здесь мы найдем, наверное, и один, и второй. Цвиток. Такс. Цвиток и... Что-то там еще. Можно направо пойти, а ну-ка еще раз. Мы отсюда пришли. Нет, направо. Жаль, мы не можем пойти. То есть направляет нас сугубо прямо. Элдерман Ларион, ходят слухи, что ты намерен выступить против короля Бургнреда в Мерсии. Ответь мне немедленно и положи конец этим. Так, так. Ладно, хорошо, такие. Общения какие-то непонятные. А здесь мы никак не залезем. Кстати, смотрите, прикол. Я думал, что он в воздухе висит, но нет, это палка такая. Она подсвечивалась очень странно. Мутноватая была. Здесь можно реально запутаться. Хоть бери да метки ставь. Направо, налево. Что ниже? Так, а ниже там у нас книга будет. Статуя три больших щели. Для чего они? Для ножей? Может, кинжалов? И больших щели? Может, туда надо стрельнуть? Нет. Не взаимодействуем, но стрелу забрали. Результаты осмотра поместья, принадлежащего спокойному Элдону Элариону. В доме почти не осталось ценных вещей. Видимо, дочь Элариона сожгли, разбили или украли все, что имело хоть какую-то ценность. Фамильный склеп под поместьем представляет для нас больший интерес. Но помещение испорчено чудовищными рисунками, порожденными больным разумом. В центре склепа стоит грубая статуя покойного Элдормена. Сзади у нее что-то вроде трех прорезей, вероятно, в них вставляется какой-то ключ. Дочери Лариона должны знать наверняка, что они исчезли спустя неделю после того, как его казнили за измену. Я останусь здесь на какое-то время, возможно, найду еще какие-нибудь тайны или, быть может, ответы. Тен Леоф Вин. Ключи. Давайте здесь еще прочитаем, что написано. В награду за то, что ты пролил свет на предательство Лариона, король Эдмунд хотел бы даровать тебе
Треть владения бывшего Элдермана, но сперва нужно решить судьбу дочери Лариона. Они станут плохими женами для Тенов. Это не то. Старый друг, моя верность безусловно... Безусловно, я представляю тебе... Предоставлю тебе людей, о которых ты спросишь, но только если буду твердо уверен, что Элла из Нортмуда пришлет помощь, как было обещано. Поклянись перед распятием опровергнуть слухи, что балуешься магией крови, и через неделю после Рождества ты услышишь топор, топот ног и стук копыт. С Божьей помощью Мерсия и Восточная Англия объединятся, и вуфинги снова будут править. Ключи какие-то нужны. Здесь мы все осмотрели. Давайте так. Огонь не горит, но просто светится. Туда можно пролезть. Так, я хочу... Ладно, давайте спустимся, сбросим. То есть он так просто не хочет залазить. Вот надо вот обязательно вот так вот любовью позаниматься, и только тогда он залезет, да? Же. Элдерман Ларион, ходят слухи, что ты намерен выступить против короля. Это мы здесь уже были, по-моему. Я уже даже запутался. Мы отсюда пришли. Да, мы отсюда пришли. Ух, бляха. Сейчас разберемся, ребята. Это мы с обратной стороны вылезли где-то. Идем еще раз. Выше никуда прохода нету. Так, выход налево, направо. Давайте теперь налево. Направо мы уже ходили. Как казнил за измены, это мы уже читали. То есть опал здесь, значит, мы еще не были. Так, стоп. А вот он и проход. Кровавый.
которой мы, наверное, сюда и вошли. Или входили. Куда вошли, оттуда и вышли. Книга здесь наверху. Еще раз. Я просто... Так, а ну-ка, спустись. Я просто не видел изначально. Я думал, она под землей. А она здесь наверху. Только через верх, возможно, надо через крышу. Ну. Новая способность — буря топоров. Ну давайте посмотрим, что это за способность. Буря топоров. Прицельтесь и поразите врагов градом секир. Ну, давайте назначим. Где-то сюда. Так, сохранялка пошла. Блин, я не могу способность найти. Где там? Прятана, капец. Где-то под землей. Может, это не здесь вход. Вот здесь вот под землей. Что видишь вокруг? Давайте по берегу побегаем. Может, там где-то вход в пещеру есть. Возле берега. Тюлени? Клёво, ну-ка. Есть один тюленчик. Кожа. Ха!
Так, ну чего я не могу ловить. Месте Лариона жуткое место. Когда мы наведались туда впервые, то намеревались схватить дочерей Лариона. Так, и забрать все имущество. Здесь я это все читал. Глядите, короче, в оба. Фух. Еще где-то такой вход есть, кроме этого. Так, ну давайте еще раз. Вторая попытка. Мне кажется, где-то вход вот с этой стороны здесь. Еще раз, метка есть, если отсюда, то это 139 метров до нее. А здесь мы никак не пройдем. Верно? Попробуем-ка факел, допустим, взять, бросить. Просто все осмотреть до малейших изъянов. Здесь вот наверху я еще не был. А если на статую залезть? Да, мы никак не перелезем. Окей, здесь мы вроде бы как все посмотрели. Тогда сюда. Здесь мы уже тоже были. Все здесь осматривали. То есть все мелочи, какие можем найти, допустим, проходы куда-то. Вот здесь проход, но это выход обратно, возможно.
Макс. Куда мы не можем залезть? А здесь мы уже были, мы... Когда они отодвигаются, штукенцы, взаимодействия никакого нет. Так, сзади мы пришли. Теперь давайте осмотримся здесь еще раз так хорошенько. Я не знаю, может сюда надо кинуть факел, что ли. Медитировать нельзя здесь, что ли, проход? Ну, посмотрим. Отсюда у нас сколько? 88 метров. То есть это чисто теоретически, это вообще мы не здесь находимся. Где надо. То есть вход под землю где-то с другой стороны должен быть. Какой-то проход нам должен, скорее всего, открыться, мне кажется. Вот через эти двери. Это мне так кажется. Девяносто метров. Может, где-то здесь надо поискать. Давайте здесь метку я поставлю. Вот так вот. Сейчас выйдем наверх и посмотрим, что там за строение. Может, там сверху где-то еще есть вход какой-то.
Не, хрен его знает, где может быть проход тайный. Покажи, что впереди. Может, на горе здесь где-то? Кстати, тропинки. Может быть, по тропинкам надо? Как будто такие мини-подсказки. Тут столько злобы. Этот край кто-то проклял. Есть ангела-разрушителя? Не, нифига. Кушать мы его не будем. Однозначно. Проклятие, символ уничтожен. Проклятие тролли. Так, ну давайте-ка по другим тропинкам теперь. Так, тропинки у нас ведут. Вот эта вот тропинка, которая налево. Может, она и покажет, где вход. Побежали. То есть не направо, а развилка. Сейчас где-то развилка будет. Нам налево. Блин, какая-то тупиковая здесь ситуация, ребята. Ищешь, а найти реально не можешь. Значит, мы отсюда, короче, куда дальше будем двигаться? Вот сюда, а ну-ка назад еще раз. Вот сюда двинемся. 500 метров туда. Только надо, знаете что, еще убрать метку с этого вот. Херни, она реально какая-то непонятная. Вот чего-то я здесь не вижу. Где-то вход есть, но я не могу его найти. И это же где-то под землей. Вот что-то связано с теми ключами, которые в спину вставляются, где-то дверь открывается. Может быть. И в спину. Только вылез, сейчас
свистну, и опять лошадь появится. Ну, прикол, конечно, здесь немного недоработан. Серьезно, что ли? Так, в замок погнали. Я ж флагов не вижу, поэтому, может, там никого нет. А, все, флаги есть. Флаги есть. Так, спешиваемся. Здесь лучше вести себя тихо. А я понял. Открыта новая область. Опача. Опача. Это смешно. Не догонишь. Сдохни! Помедлим, сволочь! Уходим! Живее! Отражай! Это ты зря ко мне пришел. Ну что, заходим где-то сверху, всех постреляем. Чем сильнее становишься, тем легче сражаться с противником. А сила у нас благодаря нашему маленькому мечу и, конечно же, так, давайте их сразу взорвем. Нет? Зажглись, зажглись. Как-то они горят слабо. Ниже спустимся. Посмотрите на лук, это прикол какой-то. Да, это беспалевно. Закончились, давайте как другие пока возьмем. Здесь, конечно, с прицельным огнем уже слабовато будет. Увидели? Ну давайте. Не убежишь. Я прям к тебе. Опа, пришел сам.
Я даже спущусь к вам. Кусок мяса, сколько можно? Это она чихнула. Чи. Все, братва, я здесь. Хотите толпой нападайте, хотите нет. Сдохни! Молишься? Молись богам! Пущу тебе кровь! Да, рыцари самые сильные. У них просто доспехи есть. Эй! Эрги, мразь! Опа! Так, стоп. Что мешает? Вот это вот. Куда проход? А, так я уже нашел то, что надо. Слиток никеля. Ой, красавец. Я просто уже 3 слитка никеля или сколько нашел. Я реально оружие могу прокачать, офигеть как. Я хочу еще с ними посражаться, наверное, всех здесь убить. И я здесь. Умри достойно! Папача. Что, здесь никого нет? А, еще один чувак есть. Этого мало. Это мало. Нет, этого не мало. Смотрите, топор просто встрял. Так, а если, допустим, я стрельну, что произойдет там? Кипяток разлился. Все? А, вон еще два черта. Ну, идите сюда. Я здесь, воины. Света. Вот это жалкий корм для рыб. Все? Так быстро? Да ладно. Я даже... не успел поиграться. Кто наверху? Там и сильный, что ли? А ну-ка, чё? Иди сюда. Проклятье! О, идите ко мне. Фу.
тебе, ясно? Давай, давай. Давай, ну, давай, давай, кто первый? Берегитесь улова! Опача. Один ждет тебя. О, я этого не ожидал, конечно, ну ладно. Умрите, читеры. Я к тебе сам приду. Ух, ребята, короче, я тут немного подкачался, смотрим, делаем сохранялку, вот такой вот. Все, мы сохранились, и на этом пока, мисс, ребята, будет все, потому что мы половина этой карты уже исследовали, вот, Восточную Англию. Только вот это вот не смогли взять. Ну и бочонки мы не брали. Я, в принципе, не знаю, о чем мы их не брали. Я беру только такие сладости. Бочонки, конечно, можно взять, там... Кстати, знаете, что у меня? У меня вот это вот... Я здесь вот не смог победить. Вот это реальное аббатство было очень сильное. Не смог его взять на абордаж, но надо будет его взять. Так, у нас основное задание, которым будем уже в следующем видосике проходить. Всем до скорого, всем пока, оставляйте комментарии, ставьте лайки и увидимся в основном задании прохождения. Пока-пока, с вами был Мавик.